Молебен Владыки открывает рождественскую выставку. Десятки верующих пришли на службу и приложиться к иконе целителя Пантелеймона и его мощам. У святого люди просят прежде всего здоровья и исцеления от болезней. Традиционная выставка «Благословенная Самара» в комплексе «Экспо Волга» в этом году посвящена году литературы. Здесь можно найти массу духовных книг. В стенах нашей выставки можно не только приобрести эту прекрасную литературу, но и лично пообщаться с нашими православными писателями, которые приехали сюда со многих уголков нашей страны. Впервые в этом году на выставке покажут рождественские спектакли. Воспитанники воскресных школ стали актерами, а студенты Самарского института культуры – режиссерами. Дети маленькие, им нужно играть. Но сложность в том, что не все дети слушаются. То есть они, естественно, балуются, их надо как-то утихомирить. Поэтому мы их пытаемся вовлекать вот в эту игру. И у нас получается. В рождественской ярмарке принимают участие 200 монастырей, храмов и фермерских хозяйств из самых дальних уголков России, Украины, Белоруссии и Греции. Марина Матвеевна, Григорий Плешаков. События.